Это первые шаги на беговых лыжах Бориса Деревянко. Юноша – участник нового проекта «Спорт мечты – это жизнь». В январе 2018-го по инициативе главы Одинцовского района Андрея Иванова в парке спорта и отдыха стартовала программа реабилитации для особенных детей. Сегодня стартует проект «Спорт мечты – это жизнь» на территории Одинцовского муниципального района на базе лыжероллерной трассы имени Ларисы Лазутиной. Сегодня первое занятие. Участие в проекте принимают ребята из организации «Мир детям». Всего 14 человек. Диагнозы разные – ДЦП, проблемы зрения, слуха, аутизм. Работать с детьми будет инструктор Елена Верховых. 10 лет она специализируется на реабилитации особенных детей. Имеет 3 года практики в адаптивном спорте. Беговые начинаем, чтобы они поняли технику скольжения, как стоять на лыжах. Вот, и потом, ну, вроде в недалеком будущем здесь будет организован спуск со всякими препятствиями. Я думаю, что все получится. О собственном проекте спортивной реабилитации семьи с особенными детьми мечтали давно. Благодаря поддержке меценатов общественной организации «Мир детям» удалось приобрести необходимую экипировку, тренажеры и беговел. Этот спорт для наших детей очень важен, так как он дети развиваются в нем, дети получают эмоции, дети получают движение. А движение должно быть постоянное по той причине, что мы должны развивать наши мышцы, которые не должны костенеть. Занятия на любимой всеми Лазутинке будут проводиться 5 раз в неделю, возможно, и в субботу. Спорт мечты – проект всесезонный. Летом ребята планируют тренироваться на роликах. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».